были счастливы в этой жизни. Ну, я поздравляю всех учеников наших. Желаю им светлой дороги. Все быстро тут. Чтобы исполнили все их мечты. Желаю удачи всем своим классу и белой дороги им. Присоединяюсь к словам. И желаю, чтобы у нас все было хорошо. Чтобы каждый нашел свою дорогу в этой жизни, чтобы исполнить все их мечты. Я желаю своим одноклассникам всего самого-самого лучшего. Самое главное счастье. Счастье всего. Счастье, здоровье. Самое большое счастье, чтобы они достигли своего счастья, самое главное. Что еще сказать? Счастливого пути и прощай, школа. Желаю здоровья и все, чтобы ваши мечты сбылись. Главное пожелание – это здоровье, счастье. И чтобы поступили, все, ну... Куда хотят? Когда встреча, скажи? А? Когда встреча? Встреча через 5 лет. Когда, какого? А? Ну, где-то в это же число, 18 мая. Вы идете в большую жизнь, что всегда вам впереди горела яркая звезда. Будьте счастливы. Спасибо учителям. Мам, давайте. Балалар, жолдарың ақ болсын. Жастарыңызда, дендерің сау болсын. Бақытты болыңдар. Адам болыңдар. Бізді ұмытпаңдар. Обязательно. Ивановна. Ой, я так. Ну, дорогие ребята, хочется вам пожелать всего самого хорошего, чтобы все желания ваши сбылись и мечты стали явными. Здоровья вам, счастья, благополучия. Удачи. Потом мы вам выдадим сухой паёк и на природу пойдете. Привет. А встретимся через год в то же время. На следующем выпускном. Не, ну только в 5 часов утра не надо. Сейчас пораньше. Мы будем расходиться в такое время. Нам не хочется расходиться. Да, чтобы у нас жизнь была такая же, как сейчас мы рассветили. Нам не хочется уходить из школы. Раз и нету рассвета. Крутится, да, Сергей? Он обязательно будет. Еще рано, через час. Рано же еще? Бакиш, ты посчитал? Когда это будет? Через 5 лет? Через 5 лет это будет? А, через 5 лет это 18-го. 2003? 2004 года. 2003 году? 18 июня будет. Вот девчонки тоже раздевают, а? Вот такая вот небольшая сегодня. Ладно, пока. Это на прощание, последний звонок все-таки. Пусть это останется в нашей памяти. Спасибо учителям нашим за то, что учили нас. И прощайте. Thank you.